Празднование Дня города традиционно началось в парках и сферах Шымкента. По знакомому сценарию здесь выступают местные таланты, поют, танцуют, читают поздравительные стихи. А вот что было на ипподроме, журналисты смогли узнать только после просмотра видеозаписи, предоставленной акиматом уже после самого мероприятия, да со слов зрителей. В списке приглашенных на ипподром пишущей братьи по непонятной причине не оказалось. В необъяснимом решении отсутствует логика на фоне пригласительного выступления Дархана Сатыбалды на сессии городского маслихата. Поздравляю всех с Днем города. Будет большой праздник. В том числе на ипподроме будет байга, кокпар и другие игры. Приглашаю всех. На полученном из акимата диске с видео, которое мы сейчас можем показать перед ипподромом, развернулась выставка цветочных композиций на архитектурную и социально-политическую тематику, предметы национального искусства, артефакты, фотографии достопримечательностей Шымкента. А на площадке ипподрома, куда приехал градоначальник с коллегами, спортсмены из разных регионов страны боролись за ценные подарки. Главный приз – автомобиль – достался алматинцам. Но это вовсе не огорчило горожан. Хорошее настроение у нас в ипподроме, разные мероприятия были. Все приехали из Восточного Казахстана, с Тулюбийского Валдана. Мы рады, мы такой народ чимкенцы, гостеприимный. И вот сегодня у нас такая погода, что солнце светит, это значит для Чимкента лучшая сторона, я думаю. Мероприятие сегодня очень хорошее, показывали кок-пар, куску. Молодцы, да? Все понравилось. Но самое интересное происходило на площади Аль-Фараби. Того, что началось с более чем двухчасовым опозданием, никто не ожидал. На главной площади города происходит нашествие овощей, фруктов, зерновых продуктов. Сейчас я вижу непонятные продукты. Кто вы? Кто вы? Алма, алма. День города по-вегетариански. Дары осени, так назвали карнавальное шествие, веселые сценаристы праздника. Более 1000 учителей и воспитателей детских садов в костюмах баклажан, помидор, яблок, тыкв, подсолнухов, капусты, словом, богатого продуктового ассортимента шагали и даже бегали стройными рядами по центру города. Почему я помидор, сказали? Я откуда? То есть выбора не было? Почему некоторые? Был выбор, был выбор. Между помидором и чем? Между помидором и капустой. А почему вы выбрали помидор? Ну, костюм понравился. Почему? Вам нравятся помидоры? Любите помидоры? Люблю помидоры, да. Вы не думаете, что потом вас все ученики будут называть помидоры? Нет, мы такое не думаем. У нас ученики хорошие. Вы помидор? Нет, огурцы. Помидоры. Или огурцы? Помидоры. Даша, вам... Даша, идите. Почему Даша, вы Даша. Помидоры? Это хороший овощ. Чего стесняетесь? Иди, а давай. Почему вы не в костюме помидора? Костюм, да? Могу одеть. Ваши сотрудники все в костюмах помидора, а вы... И? Я за помидоры отвечаю. Ну вы в костюме, если так посмотреть, баклажаны, можно сказать. Тогда я к баклажанам присоединяюсь. А почему вы баклажаны? А почему? Нам приказали, мы любим баклажаны. Наши любимые овощи баклажан. Ең сүйікті, ең соңы. Ең тәтті, ең соңы болған үшін біз баклажан таңдадық. Кто-то здесь из присутствующих не любит баклажан? Почему? Все любим. Любим. А если вам сказали быть помидорами? Ну, придется. Как вы стали бананом? Сказала, банан. В Шымкенте же не растут бананы. Ну и что? Зато любит. А директор школы где? Здесь, наверное. Она какой овощ? Вот у нас зауч. А почему вы не в костюме какого-нибудь? Я что ли? Да. У меня вторая завуч в костюме. Она сейчас здесь ходит. А где ее найти? Она какой овощ? Она не знаю, какой овощ сейчас здесь ходит она. Ну ее можно гранат, каким-то наверное, приметом гранат, узнать? Гранат. Можно, конечно, шляпой можно узнать. Происходило к вам? Да. Пусть выключает. Все, теперь да. Все смешало. Капуста в телефон. Вы сразу согласились участвовать в этом? Да. День города, поэтому мы сразу согласились, что это самое капусты. И зачем вы здесь, на площади? Из-за праздника. Развеселить детей.
Если городским учителям, некоторые из которых пришли с детьми в одинаковых костюмах овощей и фруктов, пришлось веселить шымкентцев, то молодежи досталась серьезная роль – взывать к патриотизму. 500 студентов в футболках с надписью «Шымкент – мой любимый город» и лозунгами «Шымкент – третий город после Астаны и Алматы» выпустили в небо 1000 шаров с пожеланиями процветания и станцевали. После поздравления руководства города для горожан начался концерт казахстанских звезд. Стоит отметить, что директор группы «Музарт» звонил накануне в редакцию газеты «Унтустыкрабат» и заявлял о том, что не собирается со своими подопечными развлекать народ в День города, и обвинял Акимат, распространявший программу в дезинформации. А в итоге артисты «Музарта» выступили. А вот обещанную Дильнас Ахмадиеву поклонники так и не дождались. Однако никто из собравшихся не расстроился. Настоящий драйв подарили группа «Орда», дуэт «Арнау», «Ербалат Кудайбергенов», а Жолбарыс Сейфуллин вообще захотел пойти, так сказать, в народ. Правда, помешали сотрудники правопорядка. Я бесконечно люблю этого города, потому что я сам родом отсюда, поэтому город Шымкент – это номер один. Ну, номер один после Астаны, надо говорить политически, чтобы правильно было. Номер один после Астаны. Спасибо за отличное настроение. Всем добра. Счастья вам. С Днем города еще раз. Обожаю этот город. Мой родной, любимый город. Обожаю его. Это Шымкент, детка. Это Шымкент. Под громкие признания в любви родному Шымкенту, которую выкрикивали танцующие горожане, и совместное исполнение приглашенных артистов песни Марата Умара «Ширайлы Шымкент», по-настоящему фееричные народные гуляния закончились праздничным салютом. Виталий Мантров, Нургалик Ушаналиев, Азим Каримов, информационная служба телекомпании «Утара».